Готовятся к старту участники третьего заезда. Второй номер «Крокус», третий номер «Капризный», четвертый номер «Нептун», пятый номер «Петергоф». Дан старт третьего заезда, приз в честь Международного дня художника. Для лошадей 2 лет орловской рысистой породы. Обег повели «Капризная», «Нептун», «Петергоф». Отстал «Крокус». Вперед выходит «Нептун». Выстроились в одну линию «Капризная», «Нептун», «Петергоф». Подходит к отметке первой четверти дистанции. За 36,5 секунды пройдена первая четверть дистанции. Впереди третий номер «Капризная» с небольшим просветом «Петергоф». Далее с просветом «Нептун» и отстал «Крокус». Участники растянулись по дистанции. Подходят к отметке второй четверти дистанции. За 35,8 секунды пройдена вторая четверть дистанции. По-прежнему впереди «Капризная» с просветом «Петергоф», «Нептун» и отстал «Крокус». Просвет увеличивается между «Капризной» и «Петергофом». Впереди по-прежнему «Капризная» входит в левый поворот. Подходит к отметке третьей четверти дистанции. За 39,5 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники третьего заезда выходят на финишную прямую. Вперед выходит пятый номер «Петергоф», сбоит третий номер «Капризная». Финишировали «Крокус» и «Нептун».